В многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг будет оказываться еще одна услуга. Здесь распечатают фотографии родственников участников Великой Отечественной войны для участия в акции «Бессмертный полк». Предоставляется такая услуга и в нашем городе. Шествие «Бессмертного полка» – одно из самых ожидаемых и массовых событий в День Победы. В прошлом году акция «Бессмертный полк» объединила около 90 тысяч жителей Ивановской области. Чтобы получить портрет в хорошем качестве, достаточно принести фотографию своего родственника либо в бумажном виде, либо на электронном носителе. Сотрудники МФЦ распечатают фото с символикой «Георгиевская лента» на фотобумаге формата А4. Традиционно 9 мая, в День Великой Победы, фурмановцы участвуют в акции, всероссийской акции «Бессмертный полк». В этом году распечатать фотографию своего родственника, ветерана Великой Отечественной войны, можно в многофункциональном центре «Мои документы». Для этого необходимо до 8 мая принести фотографию или в электронном виде, или в бумажном варианте в многофункциональный центр. Мы отсканируем вашу фотографию, распечатаем в рамке с георгиевской символикой. Услуга эта предоставляется бесплатно. Надо напомнить, что инициатором проведения акции «Бессмертный полк» в Ивановской области выступила региональная общественная палата. В этом году наша область присоединится к акции «Бессмертный полк» уже в шестой раз.